спрашиваете, чтобы я наказал. Почему? Это приведет к травме. Поэтому я еще раз прошу вас. Тем более вас. Этот свет секции моей, вы такие ошибки совершаете. Yeah.
шоколадку. Так, бороться будем. Так, вот тут. Не борется, не надо.
кисти тяни. Тяни, тяни, тяни. Маша, просунь дальше руку, просунь дальше руку и прижми руку к себе. Возьми за туловище. Пон, пон. А я тоже делаю. Я не знаю, ты ничего не сказал. Я не знаю, я не видел, но сейчас я видел. Маша, Маша один. Маша, был бросок, нет? Что? Оценивай, был бросок им или нет? Был? Бросок был, но он там нас стрелял. Она тоже упала. Все, Капелин, я не могу. Я буду смотреть. Она тоже упала. Так ты упала, она упала, оба упали. Кто тогда делал? Я что ли бросок? Thank you.
задушить его. Задушить, перевернуть людей. Держи его, Миша. За руку. Нет. Стоп, стоп. Говори раньше. Вот тут. Есть очко, Мате, Каталин, образок считается, 1-1. Макс, останови за ковром. Да не разговаривай, возьми еще раз, запусти и все. Стоп, подожди, да, все нормально? Смотри, Маша, если он берет сюда, значит будет бросать через грудь. А раз он берет сюда, значит делай мельницу. Я для чего мельницу тебя заставлял делать? Он все время будет через грудь бросать. Не давай ему пояс. Молодец, Каталин. Нет. Мате. Стоп, Мате. Рискун, Мате. Миша, совсем плохо держишь захват. Надо за шею ты подмышку. Сейчас улетишь как... Мате! Мате! Так. Миша зашел, да? Да, он ушел. Кто из вас выиграл перед этим схваткой? Рискун. Рискун. Рискун ушел. Да, у нас лидер образовался. Нет. Смотри, там душит. Смотри, душит. Задушил? Да. О, Вискун, молодец. Я вам объясню. Два очка, Вискун. Опять сейчас через грудь. Держи, держи. Локоть держи, локоть. А Саикоми? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. 6, 7, 8, 9, 10. Стоп, Маша. Маша, очко. Каталин, классно, классно, но не до конца доделал. Маша, 2-1 ведет пока. До конца, Миша, побоялся, блин. И это-то не считается. Фактор. Делай болевой. Сядь на болевой, Дани. Борис, Борис, Каталин, все, что она делает, она специально тебе на зло делает. Правильно она делает. То есть разозлить надо своего партнера. Если партнер злой, значит она правильно поступает. Так же и ты делаешь. Нет? Стоп! Стоп, Каталин. На стойку. Даник, надо переворачивать. Что такое машина? А, Каталин. Оценка. Так, Вискун. Третье очко. Если будет болеть, скажешь, я тебе что дам. Каталин, не бей просто по ноге. Пожалуйста. Аджина. Еще раз. Маша 2, Каталин 1. Вискун 3. Бутук 3. Хынку 1. Буга 1. Бом? Конечно. Красивый бросок. Выставлю в интернет. Это... Нет, не выставлю. Если только буток разрешит тогда, а так нет. Это не бери ее сверху, захват, сорги ее в бараний рог и все. Вот повыше руку и сорги, сорги. Нет, стоп, стоп, Каталин. Там за ковром не надо.
Кирку, стоп. Стоп. Здесь видишь. Давай, ты же отдыхал. Да, а ты отдыхал и не атакуешь, ты ждешь. Зажрать его, блин. Сверху захват подерни пару раз, упадет на колени, накажем и все. Нет, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Андрюха, у тебя не стоит вот эта рука. Ты хорошо лезешь на бой. Но вот эту руку, смотри, надо отпускать и туда. Вот смотри, вариант. Отпускаешь и туда, без захвата, за шею. Оценка, Маша, стоп. Или. Возьми выше захват тогда. Маша, оценка. Бросок, хаджиме. 3-1. Ну была задняя подножка, что ты согласен. Хорошо. Да возьми, отыграешь, что ты смотришь, блин. Нет. Держать. Асайкоми. Раз. Стоп. Сырку, стоп. Так, Даник, стоп. Буга, стоп. Маша, стоп. Вы остаетесь. Так, перед этим кто у вас выиграл? Миша, да? Миша ушел, Добровский вышел. Зайди, сейчас, Денис, чуть-чуть убери. Подержись, да. Зайди ко мне. Маша, потом. Зайди ко мне и на диване в конце. На диване в конце черный такой щиток. Наверху сразу лежит. Да. Иди сюда. Вот. Все. Отжимаем. Так, листом 4-3. Сверху, на среднюю, душу. Вот так? Где тебя ударили? Вот здесь. Вот так и да. Да. Так, Каталин, соберись. Вот сейчас можно было туда запустить. Давай, Добровский, давай. Покажи сзади, вот с этого захвата надо было посадку делать. На заднюю залез, он развернулся, бросил с зацепом голени снаружи. Прыгай, прыгай! 4. Вот тебе, Денис, надо было доворачивать до конца, была бы оценка. А тебе, этот, цирку, надо прыгать был еще. Есть оценка. Каталин, 2. Маша, как только он берет за пояс, не делай заднюю, сразу убегай, сразу уходи назад, назад, назад и мельницу. Или просто уходи. Ну, Максик, меняешь захват, Максик, правый сверху. Ну, разверни. Пошел! Есть оценочка. Сырбо. Подхват. Бога вышел. Маша, не выходи за ковер. Второе шина. Третье, я ему даю очко. Но ты не выталкивай специально. Ты подводи, Каталин, подводи и так держи, держи, держи. Как она только погуляет 3-4 секунды. Вот, и ты то же самое делаешь. Если в борьбе, то не считается. Если просто гуляешь, то да, буду считать шире. Ну, ну, вот на заднюю. Покажи вперед, брось назад. Покажи подхват и сделай заднюю. Заднюю! Высоко подсекаешь, поэтому вряд ли не упадет. При подсечке захват снизу правой рукой. Давай, давай, давай. Есть!
сзади. И стоишь на двух ногах. Стоишь, стоишь, стоишь. Он тебя взял. Ты стоишь, стоишь, стоишь. Надо с падением делать. Хорошо? Стойко. 3-3. Нет, у тебя 4, у Бутука 3, у Сырбу 2. Сырбу 2, да. У Маши 3, у Каталина 3. Эти не могут. Кухенку 1 и Буга 1. И все, и ходят, и ходят, и ходят, и ходят. Как вы хотите выиграть на соревнованиях? Ну-ну-ну-ну-ну! Есть! Сырбу есть, очко. Я с нуля почти догнал, вот не только выиграть. Давай, дерни его и будешь. Все! И он тебя не бросит никогда через грудь. Миша, уход. Стоп. Миша, шире. Ходишь от ходьбы. У меня 3, у них по 4. Да. Давай, Макс. Давай, Макс. Вот это сейчас не надо делать, сейчас там Макс стойко. Базари. Базари, Бутук. Все, Макс, хорошо, Бутук 5. Все. Кто там у нас? Две схватки боролся. Буга? Кто сейчас? Ты зашел, да? Буга ушел в Кинку. Стойко. И, то есть, я не вижу, что ты, какой прием ты будешь делать. Ну, на лицо давишь, тут поднимайся. То есть, у тебя руки на лице, поэтому я поднял. То, что ты хотел, ты берешь низко, надо брать выше. Правую руку снизу, Маша. Правую, вот, 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 нет, не сверху, снизу. Снизу! Снизу! Вот сейчас мельницу! Вот и выше. Теперь подходи к нему. Взяла? И подходи к нему. Выше встань и подходи к нему. И можешь бросать тогда. Мате, Маша, Мате. Каталин вышел за ковер. Шида. Все время такой захват. Он еще выйдет, значит все получит. Сколько там? Два. Снизу, только снизу. И сейчас через грудь в эту сторону. Держать. Держать. Асайкоми. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Мате, Маша, Мате. Нету. Маша, тебе. Один балл, это у тебя получается 5-4. Каталин, надо отыграть. Дай засунуть сюда и мельницу, и все. Даник, шина не борешься. Ну, Сырбу, давай. Влад, не мешай. Так я и говорю, не мешай. Держать! Асайкоми. Раз. Сдался? Да. А что мне делать? Попытаться уйти. Нету. Нет. Итак, Кинку выходит вперед, и имеет 2 очка. Что ты делаешь? А ты уходишь. Осторожно. Повторить надо. Пока не это самое. Стоп. Виску. Виску. Наступи. Готовы? Отжимаем. Ну, Каталин. Свой, свой, свой. Навяжи, 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 навяжи. Бросок нужен, Каталин. Не выходи, не выходи, не выходи. Ну, вот мельницу, Каталин. Не выходи.
каких-то ты машешь, что ж ты его заводишь? Наоборот, держи его так. Прижаться, что было удержание, надо прижаться. Делай болевой. Стоп, Катерин, стоп. Что там? Есть. Молодец, наконец-таки, Миша. Давай еще этого Максика. У тебя будет 2 очка, как у Хэнки. Ух ты, вот залезаешь ты так тяжело. Блин. Давай сразу его. Выше руку, залезь, как демо сзади, блин, и все. Так. Катерина, осталось 10 минут. Бросай, бедро! Нет? Диском нет. Потихоньку падай назад. Макс, стоп. Мате, очень долго готовишься. Это что, на? Я поэтому сюда. Сюда. Сегодня разве не надо было, чтобы Саша пришел? Нам нужно было болел. А, Саша. Апостол Кевич. У него же девушка сегодня такой день. Да теперь приди мне шок, блин! И так 2 раза ходит, так еще и у него этот, блин. Девушка у него. Что, она родила, что ли? Какой день, блин? Я сегодня 14 года. У меня тоже святой Валентин. Макс, только. Ну, я не вижу, а по твоему захвату сделать ничего нельзя с этого захвата. До половины. 45 минут. Бери, надо его прийти. Ну, в другую сторону Макса кидай через грудь его. Да, да. Вот, пас! До конца его веди! Вот так. 1 балл. Держи. Молодец. Миша, стоп. Миша, стойко. Он тебе сделал бросок, Хинку выходи. Эй, у тебя 2, у Хинку 2, у Миши 1. Как это? А сколько у тебя? Миша 2? А, я записал. Да. А, у Макс 1, да? Макс. Макс. Устал? Нет, нормально. Я могу дать тебе отдохнуть, Миша поборется. А ну у тебя 1 очко, догони мешко. Возьми его 3 раза на колени, поставь, я ему шит, 3 шита дам и все. Ну делай бедро. Зачем ты эти придумываешь хитрые, блин? Жопа, блин. Жопа Новый год. Ну как можно, ты не боишься? Рука. Правая, прямая, блин. Я кушаю, блин. Держать. Раз. Ушел. Мате за ковром. Денис, я в шоке, блин. Столько ошибок. Какой, блин, пацан, блин, и такие ошибки. Я в шоке, блин. Ну, Катерин, еще раз. Свой, свой. Руку. Стоп! Стоп! Пиши? Да. Посмотри на меня. Захват сверху ты делаешь. Захват снизу. Рука согнутая. Кто-то из вас идет отдыхать? Нет, а я что не сделал? Сейчас его переверну на базаре. Вот тут было базаре? Нет, здесь нет. Не было. Нет, ушел. Не было. Нет, 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 ушли, ушли. Ушли, 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 ушли. Сейчас осталось им 5 минут. Ну, Хэнка, давай. Выше руку, выше руку. Бери до пояса доставай. Сверху. Вот, вот. Сгибай его. Вот сейчас он сам упадет. Макс, шида. Не борешься.
не было? Нет. Не было. Почему? Потому что упал и на живот. Но сыр просто перелез, полез. 5 минут осталось. Макс, выше руку бери, правую. Правую, не за пояса выше. Держи! Макс, посмотри, Макс. Души, Макс, ты берешь здесь. Выше возьми, все, тогда пойдет просто. Ты берешь детка, поэтому ты лезешь, рука остается, и ничего делать очень тяжело. Нет. Зацеп, если показал, то ниже цеплять. Покажи переднюю подсечку правой ногой, а потом заднюю правой ногой. Вывеси чуть-чуть захват. Вот так. Правильно, Макс? По ушам его, блин. Нет. Выше. Шею. Схвати за шею. И упади, и все. Макс. Так, у вас 30 секунд, со степенью. Держи его! Отпустил руку, ай-яй-яй. На него, иди, Макс, держи руку на него. Так, есть Хэнку, стали, 1 балл, 3 балла, Миша 2 и 1 у Макса. Так, время кончается у вас, я вас меняю одного из вас. Терпи, Маша, терпи, ничего не делай, просто стой. Куда руку поставила? Сейчас улетишь. Базаре. Стоп. Вискунд в базаре. 1, 2, 3, 4, 5. Бутук. 1, 2, 3, 4, 5. Сыр будет 4. Бутук. Быстрее, пока он дохнет. Вперед. Не надо ему отдыхать. Пользуйся, пока есть возможность. Да, не честно. Не честно. Пока не честно, он сейчас тебя крякнет. Держи! Минут. И здесь руку не давай. Уходи дальше. Уходи. Плечо, руку, плечо. Не дай ему подойти. Правую руку ниже на плечо, не дай ему подойти. Осталось 4 минуты. Нечестно. Смотри, сейчас он тебя честно как шмякнет в песку. Молодец. А ну, Денис. Зацеп голени снаружи. Вот, умница. Через грудь его, назад. Стоп. Я не видел. Мне кажется, там не было. Макс, стойку. Макс, собери. Ну, Каталин, уже захват есть. Есть! Базарим. Вискунд. Давай, сколько осталось? У Вискуна 6?
Да. А, здесь Ха-ха-ха-ха, где ты бегу? Мне надо его и потухать. Давай. Ложи его и держи. Если нужно, это заходит. Нифига мне, пусть болится. Не надо выигрывать. 3 минуты осталось. Так, Буга очко встали. Даник вышел. Буга имеет 3 очка. Даник 3. Вы боретесь, пока очка не будет, пока кто-то идет. У вас осталось 2 минуты, Маша. Стряхни ручки. Упрись и все, 2 минуты. Сэрбу, если выигрывать, еще одна схватка. Если проигрывать, то все. Не давай, не давай, не давай. Переходяное держание. Маша, стой. Ага, стойку. Надо было на болевой идти. Он держит одну ногу. Бери ручку, иди на болевой. Время идет, вот так осталась минута. Придется в стойке бороться. Очко Маше. Что там было? Очко Вискуну. Так, если бы может я перевернулся, Андрюха. Когда у меня была стена, я его остановил. Стоп. Это Вазари 100%. Ты не упал на бок, потому что упал на курдужную, Владимир. Так что я перевернулся. Маша. Что зачем? Ты упал на спину или кто упал? Что ты делал? Это все равно, что боксер. Виску на очко. Бутук. Вон иди, Влад. Влад, можешь идти, пока сиди немножко. Влад, Влад, здесь. Виску, походи, походи. Катерин, заправьтесь, поклонитесь.